Так, аккуратненько идем по мостику. Смотрим под ноги. Вроде как меняли. А куда будем переходить? Ну, вот пройди, чтобы конечно перешел на свой. Сейчас там будет Прокленко в каньон, но сейчас не пройдешь там это. Ну ладно, мы передохнем уже здесь. Я все в этих эмоциях. А вот туда плюс там. А там вот дальше вот у нас вот каньон. Блин, же не такие сейчас.
Не, 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 все, я не говорю, что они пройдут, когда они улетят. Мы их пройдем, а они все легко. Ну все. Вот здесь красивый пейзаж на мостике, вот здесь очень хорошо. Точечка хорошая вода сюда снимать. В общем, в следующий раз приедете, вот с Астрахинским каньоном фоне. Линзу вам покажут. Это стеночка такая. Вот если кто-нибудь читали, то зеркала тоже было. Ну вот такая. Там работает у них эта лаборатория. Я проходил в прошлом году, где-то в сентябре, ходил к ним. По трем зеркалам прошел. Меня учите, ага, там вот проходим, там каньон, и линзы. Они вот походят. Можно с вами сфотографироваться? Сейчас подождите, я чуть повыше сделаю. Я это видео выложу в интернет, на YouTube и выпустил. Фейсбук и выпустил. Хорошо, спасибо. Да, мокрый, мокрый. Да.
Это, да, это видеокамера такая экстремальная, таким. На голову там надевают, вот это вот бегают все и прыгают. Да, спелеологи, на мотоциклах там. Она снимает вожди, очень хорошо. А я вот думаю, допустим, вот у нас глаз, да, глаз. А, тут... а допустим, у орла глаз меньше. А она вот примерно как это. А увидит вот. Лучше нас, правда? Да, видит лучше нас, поэтому и не обязательно там большая линза, а вот качественно, если все это сделано так по уму, то она это снимает очень хорошо. Да, HD. HD, полное HD. Вы это сойдете? Да, ну там. Я же здесь водила в горы. Идти сюда, в горы. Я здесь жила. Ну, тем более тогда. Тогда мне держаться за вас. Проходили. Вон туда. Да, куда? Минерал какой, да, огромный? Что такое синий? А, это вот надо знатоков спросить, они скажут. Mm-hmm.